venu qu'une fois. Я не первый раз, я уже второй раз, но каждый раз, когда я бываю в Петербурге, я действительно всегда возбужден, потому что для меня Питер – это, конечно, что-то особое. А какие музеи удалось посетить вам? Est-ce que vous avez vu des musées ici? L'Ermitage, bien sûr, avec sa collection très impressionnante d'impressionnistes. А может быть какие-то местные бары, кафе? Я, конечно, бывал, в общем-то, во многих и барах, и ресторанах. Я уже не помню, как они называются, но мне всегда это все нравится. И атмосфера очень замечательная. Просто и люди, и бары, и улички, и все замечательно. Вы уже раньше работали с российскими режиссерами и приезжали в Россию в 96-м году. Скажите, вот Россию, которую вы увидели тогда, и Россия, которая сейчас, есть ли какие-то изменения, и какие изменения вы видите? Я, конечно, видел очень много изменений, только к лучшему, я бы сказал, потому что была полная дезорганизация, был полный беспорядок, особенно на съемках. Сейчас, когда я снимаюсь, я вижу, в общем-то, как все идет с порядком. А российские режиссеры, они чем-то отличаются от западных? И с какими бы режиссерами хотели бы работать в будущем? Я действительно считаю, что у каждой культуры есть свой взгляд на жизнь, свое представление о жизни. И мне кажется, что действительно каждая культура, она вносит свое, что-то особое. Поэтому, наверное, и этим отличаются наши режиссеры от ваших. Сами, как режиссер, как думаете, за какими фильмами будущее? Мне кажется, что будущее за всеми абсолютно жанрами. Главное, чем больше жанров, тем лучше, потому что кино богато именно тем, что есть разнообразие. Есть ли какие-то у вас задумки снять какой-то свой фильм новый, и каким он будет? На самом деле, я только что снял одну картину, вот я сейчас ее как раз и завершаю, и у меня это заняло почти 8 лет для того, чтобы в конце концов собрать деньги, найти и актеров, и деньги особенно. Актеры у меня замечательные, у меня Эмма Томпсон, Брэндон Ли, Линдсе, Брэндон Лисон, Даниэль Брюль. Фильм называется «Один в Берлине». И я, как вы понимаете, еще не думаю о следующей картине. Главное, чтобы я закончил вовремя вот эту картину.